Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Чухунова Наталья Сергеевна. Я учитель физической культуры в МАО УСОШ номер 37 города Томска. Сегодня я представлю систему организации внеурочной деятельности с использованием интеграции и сетевого взаимодействия по физической культуре в МАО УСОШ номер 37. В Федеральном законе Российской Федерации об образовании говорится, что современная система образования в России ориентирована на построение единой образовательной среды, обеспечивающей целостное непрерывное развитие личности. Внедрение федерально-государственных образовательных стандартов общего образования предполагает достижение таких личностных и метапредметных результатов образования, которые позволят сформировать в выпускниках школы способность к активному целенаправленному развитию, непрерывному образованию и творческому применению знаний на практике, к осознанному выбору профессии, владению научными методами познания мира, что невозможно без сетевого взаимодействия и интеграции общего и дополнительного образования детей. Рассмотрим понятие интеграция и сетевое взаимодействие. Интеграция с латинского integratio – восстановление, восполнение, соединение. Это процесс объединения частей в целое. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что целью интеграции в образовании является построение целостного образовательного и развивающего пространства для всестороннего развития личности ребенка. Сетевое взаимодействие – это сотрудничество образовательных организаций, благодаря которому участники образовательного процесса используют для обучения различные ресурсы, например, научные, культурные, физкультурно-спортивные, материальные, профессиональные ресурсы и так далее. Сетевое взаимодействие возможно при определенных условиях. Это совместная деятельность участников сети, общее информационное пространство, механизмы, создающие условия для сетевого взаимодействия. В ВГОС сказано: при организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждениям используется возможность образовательных учреждений дополнительного образования детей, организации культуры и спорта. То есть ВГОС предусматривает организацию данной деятельности за счет ресурсов образовательной организации и организации дополнительного образования детей. Одной из значимых составляющих образовательного процесса, согласно ВГОС, является внеурочная деятельность школьников. Особенно актуальным это становится тогда, когда дело касается создания условий для развития разнообразных способностей детей. И в нашем случае включение их в спортивную, волонтерскую, исследовательскую и другую деятельность. Реальным примером сетевого взаимодействия и интеграции общего, дополнительного и высшего образования в городе Томске является сетевой инновационный проект «Спортивный интерес», организаторами которого являются две организации. Это МАО УСОШ номер 37 города Томска и МАО ДО ДОПС Юниор города Томска, а также 26 образовательных организаций разного типа и вида. Актуальность проекта заключается в его направленности на эффективную реализацию в ГОС и в ФСК ГТО. В проекте определены направления учебной деятельности: ГТО и спорт, физическая культура и здоровый образ жизни, научно-исследовательская деятельность, волонтерская деятельность. Предполагается, что посредством создания условий для выбора учениками предлагаемых направлений учебной деятельности через использование механизмов интеграции и сетевого взаимодействия разных образовательных организаций, школьники будут иметь возможность создавать собственную систему физического и интеллектуального развития, которая станет составной частью индивидуальной образовательной траектории. Для создания сети организаций и развития сетевого взаимодействия в проекте «Спортивный интерес» была создана модель сетевого взаимодействия, которая позволяет партнерам в своих организациях определить ряд основных проблем, дает возможность осуществлять и предлагать свои инициативы, преодолевать трудности в разработке и реализации собственных сетевых образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов, дает возможность осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся в условиях сетевого взаимодействия. В настоящее время в сетевом взаимодействии проекта участвует более 20 разных образовательных организаций. В течение учебного года в
сети РВЦИ планируются и проводятся совместные с факультетом физической культуры Томского государственного университета 4 крупных сетевых образовательных события в форме фестиваля, конференции, слета, которые позволяют подвести итоги обучения по физической культуре за определенный промежуток времени, определить знаниевые уровни и дефициты по предмету физической культуры. Учащиеся создают и реализуют индивидуальные и групповые образовательные проекты, представляют исследовательские работы. Участие в образовательных событиях может быть очным, заочным и дистанционным. Итоговое образовательное событие является разновидностью внеурочной деятельности, в рамках которой можно применить различные системы оценивания образовательных результатов. Сетевые образовательные события для обучающихся. Это фестивали спорта, конференции школьников, слет, конкурсы и выставки, мастер-классы, встречи, показательные выступления, спортивно-информационный марафон, спортивная кругосветка, фотокросс, матчевые встречи, хакатон, квиз, сочинения и так далее. Сетевые образовательные события для педагогов, конференции, практические, методические, проектные и стажировочные семинары, круглые столы, стажировочные курсы, фестивали, конкурсы методических разработок. Сетевые образовательные события для родителей, тематические родительские собрания и встречи, спортивно-информационная встреча, семейный зачет с ГТО, практические семинары по теме ЗОЖ и ГТО. Осуществляется связь проекта с программами внеурочной деятельности по физической культуре и программами дополнительного образования спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной направленности. В проекте используются новые формы образовательной деятельности. Это встречи и видеовстречи с гостями, сетевые образовательные события, конференции, фестивали, слет, конкурсы сочинений, фотографии, видеороликов, викторины, фотокросс, олимпийская кругосветка, хакатон, ЗОЖ и ГТО, личный зачет ГТО. Промежуточные результаты проекта. Организовано сетевое взаимодействие и интеграция разных образовательных организаций и специалистов в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Для успешной реализации имеется действующий ресурсно-внедренческий центр инноваций «Спортивный интерес» РВЦИ, свидетельство до 2022 года. Создана система сетевого взаимодействия образовательных учреждений УДО, ВУЗы. Используются инновационные формы организации урочно-внеурочной учебной деятельности. Проводятся крупные сетевые образовательные события на региональном уровне для обучающихся. В сети создана открытая система непрерывного образования для педагогов, курсы повышения квалификации, семинары и стажировки. Более 30 тысяч школьников приняли участие в сетевых образовательных событиях проекта. В проекте рассматриваются и апробируются практические модели создания индивидуальной образовательной траектории для обучающихся. Проект был представлен на высоком уровне. На 29-й Всемирной зимней универсиаде 2019, на Всемирной конференции студенческого спорта ФИСУ, а также в Государственной Думе Российской Федерации, где стал призером Всероссийского конкурса тьюторских проектов в области физической культуры в 2018 году. Чтобы организовать такую систему обучения в рамках образовательного учреждения, ресурсов одного учреждения недостаточно. Поэтому интеграция и сетевое взаимодействие помогают достигать качественных результатов, обогащая знаниями и опытом всех участников образовательного процесса. В сетевом проекте быстро решаются образовательные, воспитательные, инновационные, методические, организационные и другие задачи. Этому способствуют объединенные ресурсы, наличие интереса участников сети, получение качественных результатов и скорость взаимодействия в сети. Спасибо за внимание.